Драгоценные братья, служители, приветствую вас. И вот есть духовный завтрак у нас в народе, духовный завтрак есть у нас в конфессии. Я предлагаю нам учредить духовный завтрак в нашей реабилитационной организации, да, чтобы каждый по очереди делал какое-то слово и выкидывал его в наш чат. 2-3 минуты, не более. Вот. Я не знаю, как вы на это отреагируете, захотите или нет, но если мы согласимся, то это будет определенная дисциплина для каждого из нас. Вот. И сегодня я бы хотел предложить такое размышление к сегодняшнему дню. Чтобы кого-то заразить, нужно сначала заболеть самому. А потом как можно ближе приблизиться к тому, кого мы хотим заразить. Вот. Я говорю о видении, я говорю о евангелизации, я говорю о служении. Я говорю об этих вещах, которые мы постоянно обсуждаем на наших встречах, в центрах и в церкви тоже, в том числе. Вот. И этот образ зараженного, я думаю, очень хорошо рисует картину, что чтобы до кого-то что-то донести, передать вот эту идею, огонь вот этот вот, чтобы он... Нужно самому гореть этим, нужно самому болеть этим очень сильно, чтобы заразить других. Вот. Если я сам не болею, то я не смогу никого инфицировать, понимаете? Если человек болеет какой-то болезнью, вирусом, ОРВИ там, или еще чем-то, он может заразить. А если он не болеет, то он никого не заразит. И поэтому прежде всего сначала нам нужно самим болеть. Болеть Богом, болеть Евангелием, болеть Словом Божьим. Вот, прежде всего. Конечно же, есть у нас видения там реабилитационные и другие, но прежде всего нам нужно заболеть Богом. Как-то один раз один писатель сказал: не надо людей учить строить корабли. Заразите их, научите их любить море. И они сами построят себе необходимую лодку. То есть нам, мне, тебе, дорогой брат, нужно научиться заражать людей Богом, Евангелием, спасением. И тогда они сами будут строить эти корабли и плыть в это путешествие. И второе, чтобы кого-то заразить, нужно к нему приблизиться. То есть нужно к нему подойти гораздо близко, чтобы этот человек мог от тебя перехватить эту инфекцию. Да? Возможно, это даже будет не один раз. Поэтому, чтобы кого-то заразить, нужно к этому человеку приближаться. Нужно с ним встречаться, нужно ему об этом говорить. Нужно, так сказать, чихать на него, чтобы он заболел. Вот, драгоценное. Поэтому сегодня давайте подумаем о том, чем болеем мы и кого нам все-таки нужно заразить. Да, ну, конечно же, я говорю о Боге. Все, до новых встреч. Спасибо за внимание.